Привет, друзья! Вы на канале Досаев Арт, и сегодня мы с вами продолжаем прогулку по Булгаковской Москве. Прогуливаясь по Никитскому бульвару, я вспомнил историю одного названия. Москву очень часто называют «большая деревня». Откуда же взялось это название? А сформировалось оно, между прочим, еще в XIX веке. И тогда вовсе и не выглядело чем-то унизительным. Во-первых, Москва была застроена низкоэтажными деревянными домами. Во-вторых, в Москве было очень много зелени, и Москва в XIX веке просто утопала, она была вся в деревьях. Но были большие проблемы с тротуарами и с мощением улиц. Ну и в-третьих, конечно, проблемы с благоустройством. Улицы очень редко убирали, и люди, когда гуляли, они просто перешагивали через кучу мусора. А вообще, Никитский бульвар не самый известный в Москве, но один из самых литературных. С ним связаны имена Пушкина, Блока, Есенина. Но, несомненно, самый известный житель Никитского бульвара – Николай Васильевич Гоголь. И жил он вот здесь вот, совсем неподалеку. Вот в этом доме Николай Васильевич читал свои произведения. Здесь же в одном из каминов был сожжен второй том «Мертвых душ». Одного Гоголя 21 века мы уже с вами видели. А вот Гоголь начала 20 века. Скульптура Николая Андреева. Скульптор изобразил писателя в последние дни его жизни. Сгорбленным, разочарованным, погруженным в себя, утратившим веру в жизнь, в шаге от страшного конца. На самом деле этот памятник находился в 400 метрах отсюда, на бульваре у Арбатской площади. Памятник Николаю Васильевичу Гоголю мирно и благополучно простоял бы на Арбатской площади больше половины советской эпохи и стоял бы до наших дней. Но вдруг сам товарищ Сталин захотел лично другого Гоголя. Скульптура Николая Андреева не соответствовала послевоенному оптимизму вождя. Монумент, утвержденный Сталином и озаглавленный великому русскому художнику «Слово правительства Советского Союза», больше подходил под концепцию веры в светлое будущее. О фигуре Гоголя, теперь возвышающемся над Гоголевским бульваром, сразу сочинили эпиграмму. «Юмор Гоголя нам мил, слезы Гоголя помеха. Сидя грусть он наводил, пусть теперь стоит для смеха». Если б мне такие руки, руки, как у великана, я б сложил их на своих коленях, все сидел бы тихо, тише вздох, тише гам. Досаев Арт. Это независимый канал об искусстве, событиях и путешествиях. И мне очень нужна ваша поддержка. То, что вы можете сделать прямо сейчас, очень просто. Подпишитесь на канал Досаев Арт и обязательно нажмите на колокольчик. Я снимаю видео и делаю обзоры благодаря вашим донатам на таких сервисах, как Patreon, Boosty, CloudTips и других. Если каждый, кто посмотрит это видео, переведет хотя бы условные 50 рублей, это поможет мне и дальше снимать видео и делать независимые обзоры выставок и событий, а также публиковать статьи в своих соцсетях. Они называются «Досаев Арт». Это займет всего несколько минут вашего времени. Все необходимые ссылки вы найдете под описанием к этому видео. Жмите на колокольчик и остаемся вместе.
говоря о Москве Михаила Булгакова, сразу вспоминают нехорошую квартиру на Большой Садовой и Патриаршие пруды. Там мы с вами уже были. Кто не видел первую часть, переходите по ссылке в верхнем углу кадра. Ну и третье, что приходит на ум, это, конечно же, Арбат и переулки вокруг него. Арбат. Как район с его улицами и переулками сформировался в 18 веке, а бум строительства перенес после пожара 1812 года. В середине 19 века Арбат стал самым модным местом жительства в Москве. Тут селится в основном интеллигенция – писатели, художники, врачи, юристы. Богатые аристократы возводят свои усадьбы, купцы открывают дорогие магазины и модные рестораны. Бунин писал: «Здесь, в старых переулках за Арбатом, совсем особый город. Греет солнце, а ночью подморозит, станет чисто, светло и так похоже на Москву старинную, далекую». Вот так неспешно прогуливаясь, мы с вами оказались в Большом Афанасьевском переулке. Назван он так по красно-оранжевой церкви святителей Афанасия и Кирилла. Если внимательно не присматриваться, можно не заметить, что один дом у Большому Афанасьевскому переулку выступает за красную линию на 2 метра. Этот дом построен еще в 17 веке. Домом в разное время владели Юсуповы, Салтыковы, Римские, Корсаковы. В 19 веке хозяевами стали берсы. Именно сюда Лев Николаевич Толстой приехал просить руки Софьи Берс. И прожил с ней почти 50 лет. Лет 10 назад напротив дома берсов на глухой стене соседнего дома современные художники создали граффити с портретом Булгакова и кота-бегемота над двумя балкончиками. В 19 веке москвичи верили в легенду о черном коте с Большого Афанасьевского переулка. Фу. Якобы в полночь таинственный зверь появлялся из стены одного дома, перебегал через улицу и исчезал в стене другого дома. Булгаков, вне сомнения, вдохновлялся подобными историями. Многие не знают, но прототипом знаменитого кота-бегемота из «Мастера и Маргариты» был любимый кот семьи Булгаковых по кличке Флюшка. В начале 30-х годов по Москве прошел слух, что для писателей построят отдельное жилое здание. Слух оказался правдой, и писатели немедленно радостно выстроились в очередь за квартирами. Итак, в 1934 году Михаил Афанасьевич с женой переезжает на новую квартиру. Последние годы жизни Булгакова прошли здесь, в Нащекинском переулке, тогда улице Фурманова, в доме номер 3/5. К сожалению, этого дома нет на карте Москвы уже лет 40 с лишним. Он был снесен для строительства элитного дома в 70-х годах прошлого века. Среди соседей Булгакова по Нащекинскому переулку встречается много известных имен. Здесь жили Шкловский, Барто, Ардов, Ильф, Петров, Платонов. У многих из них с этим домом связаны как счастливые, так и трагические истории. Здесь Осип Мандельштам написал свое знаменитое стихотворение «Мы живем под собою, не чуя страны». Мы живем под собой, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит на полразговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, а слова, как пудовые гири, верны. Тараканьи смеются усища и сияют его голенища. И в ночь с 16 на 17 мая 1934 года его отсюда забрали сотрудники НКВД.
Отношения Булгакова с советской властью складывались неровно, порой мучительно тяжело для писателя. Будучи ранимым человеком, Булгаков часто страдал по вине чиновников самого высокого ранга. Его унижали, запрещали издание его произведений, постановку пьес, доводили до полунищенского состояния, не давая зарабатывать на хлеб. Сам Сталин проявлял интерес к жизни писателя, то сжимая драконьей хваткой его горло, то давая ему вздохнуть. И все же, получив квартиру здесь, в Нащекинском переулке, Булгаков продолжал работать над главным произведением своей жизни – романом «Мастер и Маргарита». И арбатский воздух подпитывал его творчество. Напротив писательского дома расположился восхитительный особняк, построенный в 1897 году. Этот дом – еще один претендент на звание «Дома Маргариты». Известно, что готическим особняк Маргариты стал как раз в самых поздних правках романа. Кстати, этот и соседний дом сыграли в фильме «Покровские ворота». Вот через эту вот арку на копейке въезжал повзрослевший Костик в исполнении Михаила Казакова. А в доме номер 10 располагалась та самая колоритная коммунальная квартира. Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов арбатских и в зарю, чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю, чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья. Как правило, человек для жизни выбирает один и тот же район города. Пусть и не лучший, по его же мнению, но он его уже знает. У Михаила Афанасьевича Булгакова любимым районом Москвы, пожалуй, была Пречистенка. С этого района он начинает присматриваться к столице. До революции район Пречистенки считался профессорским университетским. Когда-то Пречистенка носила название Чертолье. В 1656 году царь Алексей Михайлович повелел называть это место Пречистенкой. О прежнем старинном названии напоминает сегодня только Чертольский переулок. Основные события повести «Собачье сердце» происходят на одной улице в центре Москвы. Здесь, на Пречистенке. Дядя Булгакова, врач-гинеколог Николай Михайлович Покровский, жил на этой улице в доме 24. И именно он стал прототипом профессора Преображенского. От Сибири до Гренады в тихом сумраке ночей. Начинается повесть с монолога Шарика, погибающего в подворотне. Да, этот тухлый солоненый лопать не станет. В качестве подворотни, где умирал бедняга Шарик, булгаковеды называют старый забор дома ученых. Если же перейти через дорогу, то на тротуаре у дома номер 9 можно обнаружить такую табличку. Следуя за героями «Собачьего сердца», предлагаю сделать небольшое отступление и заглянуть в переулок недалеко отсюда, который во времена Булгакова назывался «Мертвый», сейчас «Пречистенский». В глубине переулка стоит эффектный неоклассический особняк. Здание, построенное для текстильного фабриканта Николая Мендовского, до сих пор вызывает споры. Архитектор Никита Лазарев намеренно исказил пропорции классических элементов, довел их буквально до гротеска, создав тем самым стиль московского ампира начала 20 века. После 1917 года в этом здании расположили ЗАГС. Здесь расписывался Сергей Есенин и Айседора Дункан, а также Михаил Булгаков со своей второй женой Любовью Белозерской. В 1927 году в здании расположили австрийское посольство. После аншлюса Австрии особняк передали под гостевой дом уже немецкого посольства. В августе 1939 года здесь останавливался министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, который приезжал в Москву для подписания пакта о ненападении. Историки утверждают, что сам пакт подписывался в Кремле,
А вот секретный протокол к нему обсуждался и подписывался, скорее всего, в этом здании. Еще один именитый гость посетил этот особняк в октябре 1944 года. Уинстон Черчилль после переговоров со Сталином не успел добраться до своей резиденции и остановился в этом доме всего на одну ночь. С 1955 года здание вновь стало австрийским посольством. А мы между тем подошли к дому профессора Преображенского, доходному дому Кулагина. Известно, что здесь жили оба дяди Булгакова, братья Покровские. Квартиру профессора Преображенского Булгаков списал именно с квартиры дядюшек в этом доме. Профессора Покровского, так же как и Филипп Филиппович Преображенского, пытались уплотнить. Если в повести профессору удалось отбиться от Швонтера и дома управления, то родственникам Булгакова повезло гораздо меньше. В 1922 году Булгаков пишет письмо к сестре Надежде. Дядю Колю, несмотря на все его охранные грамоты, уплотнили. Дядю Мишу выселили из гостиной, а на его место вселили пару, которая ввинтила две лампочки на 50 и 100 свечей. И не гасит их ни днем, ни ночью. В этом доме жили вероятные прототипы доктора Барменталя, ученый-генетик Соломон Григорьевич Левит и будущего Шарикова-Чугункина, Потапов Иван Герасимович, товаровед Московской областной конторы «Главрыба». На фасаде со стороны улицы установлены две таблички проекта «Последний адрес». И Левит, и Потапов были расстреляны в 30-е годы сталинского террора. Всего же из этого дома расстреляли 6 человек. Недалеко от дома профессора Преображенского находится несколько мест, прямо или косвенно связанных с именем Булгакова. Как я уже говорил, Причистенка – это булгаковская территория. Во флигеле дома 9 по Чистому переулку Михаил Булгаков прожил со своей второй женой Любовью Белозерской почти 2 года. Здесь писал «Собачье сердце», «Бег» и «Роковые яйца». Сюда в мае 1925 года к нему пришли с обыском сотрудники ОГПУ и изъяли рукописи «Собачьего сердца» и «Личный дневник». Спустя 3 года по личному ходатайству Максима Горького изъятое вернули. Но дневник Булгаков сжег и больше никогда не вел. В следующем переулке, Малом Левшинском, находится еще один адрес, связанный с именем Булгакова. Это бывшая гимназия Льва Ивановича Поливанова. До революции лучшая московская гимназия для мальчиков. В 1921 году в здании открыли Государственную академию художественных наук. Михаил Афанасьевич сдал многих сотрудников Академии и часто бывал в этом здании. Но самое интересное находится за основным зданием гимназии. Раньше здесь находился каретный ряд. В 30-е годы 20 века здание надстроили еще одним этажом, и все стало жилым. Низкий дугообразный корпус, примыкающий к главному усадебному дому, в архитектуре получил название «Циркумференция». Этот дивный служебный корпус циркумференции 18 века сохранился тут, в центре Москвы, в тихом дворике на Причистенке. Это одно из самых уникальных сооружений в Москве. Квартиры здесь очень дорогие, самое сердце – золотой мили. Между двумя корпусами каретного ряда находится невзрачное здание, в котором сейчас очень трудно узнать бывшую дворовую церковь усадьбы. Если название дома Маргариты претендует по крайней мере 7 особняков, то подвалом мастера чаще всего называют дом 1834 года постройки на Причистенке, здесь, в Мансуровском переулке. Во времена Булгакова дом принадлежал артисту Малого театра Владимиру Топлининову и его младшему брату, театральному художнику Сергею Топлининову. Братья Топлининовы были хорошими знакомыми Булгакова, а снимавший в их доме квартиру Сергей Ермолинский был другом писателя.
Булгаков бывал в гостях у Ермолинского и младшего Топлининова в этом доме. Когда ему было особенно тяжело, он бывал здесь почти ежедневно. Михаил Афанасьевич ночевал в специально отведенной ему комнате с печкой. Здесь же, в полуподвальчике, писатель работал над главным романом своей жизни. Буквально в сотне метров от домика мастера находится еще один претендент на звание дома Маргариты. Архитектор Лев Кепушев построил его для своей жены в 1903 году. Готическое здание с островерхой граненой башенкой находится неподалеку от Мансуровского переулка. В фильме «Мастер и Маргарита» Юрия Кары Маргарита вылетала именно отсюда. Название старейшей улицы Москвы, Остоженки, возникло от слова «сток». В древности тут простирались заливные луга, на которых заготавливали стога сена для княжеского двора. К XVIII веку эти земли были заселены знатью. Свои дворцы отстроили долгорукие, трубецкие, голицыны. А вот к началу XX века деревянные усадьбы сменяют дорогие доходные дома и особняки. Наша прогулка начиналась с Патриарших прудов, место, где поэт Иван Бездомный начал свою погоню за Воландом и его шайкой. Здесь, на Остоженке, еще один булгаковский адрес – переулок и дом, где Иван Бездомный оказался в конце этой погони. В этом доме жили друзья Булгакова, семья Николая Николаевича Лямина. И описание квартиры, в которую попал Бездомный, очень похоже на квартиру, в которой они жили. От дома Ляминых рукой подать до Пречистенской набережной. Почему Пречистенская набережная? В романе «Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков отправил поэта Бездомного на набережную Москвы-реки, чтобы искупаться. Купание поэта Бездомного – своеобразное очищение по Булгакову. Происходило где-то здесь, возле храма Христа Спасителя, на гранитных ступенях амфитеатра Москвы-реки. Набережная реконструирована в середине 20 века. Сегодня нет ни амфитеатра, ни ступеней. С помощью этого фото вы можете посмотреть, как это место выглядело раньше. Москва. Первопрестольная столица в русской литературе ассоциируется с Булгаковым, так же как Петербург с Достоевским. Булгаков до сих пор остается самым московским писателем 20 века. Москва в его прозе оживает. Дома и улицы, где Булгаков жил или часто бывал, оказываются домами и улицами персонажей его книг. В моей прогулке есть два города – реальный и литературный. Я постарался соединить любимый город с литературным миром Михаила Афанасьевича Булгакова. С вами был Руслан Досаев с прогулкой по булгаковской Москве. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал, помогайте каналу донатами. Главное, не оставайтесь равнодушными. Пока!